Контролирует шайбу в зоне Челмета нижегородцы. Бросок такой, больше даже похож на брос. Еще бросок. Якименко на партнера. Исаян сразу же бросал. Много времени провели они в своей зоне, обороняясь. И вот сейчас на контратаке пытается играть Челмет. Сразу же первый бросок матча. Хорошо, пас на синюю. Степанов ушел из-под прессинга. Не смог с неудобной бросить. Хороший пас на пятак. Степанов тут попытался сразу заковырять эту шайбу в ворота торпеда. Стал этого делать игрок на синей линии у Челмета. Степанов. Угол открытый был у Даненко и гол. Видно было здесь невооружен. Снова закрепляется в зоне Челмет. Еще один наброс. Продолжается атака. Беляев. Хорошая диагональная передача. Надо было сходу бросать, но все равно получился опасный бросок. Смуров на Лисова. Лисов наброс. Вырывает эту шайбу обратно. Хорошая передача на партнера и в обратную сторону. Лисов. Левицкий. Будет ли бросать? Бросает. И здесь изменяет траекторию броска. 67 номер Челмета. Беляев из-за ворот. Резкий бросок здесь. Это вот та ситуация, когда голов нет. Но видно, что в любой момент они могут появиться. Томилов с неудобной зоны вошел. Много свободного льда перед Левицким. Он отдает на Лисова. Лисов обратно Левицкого. Левицкий. Пас в центр. Очень опасно здесь. Снова можно было ее выигрывать. Томилов. Томилов. Наброс. Гол! Вот это да! Бу. Ее выигрывает Томилов. Томилов. Наброс. Гол! Вот это да! Казалось бы, что ну, совершенно безопасный был наброс для голкипера Челмета. И пытается контратаку убежать Челмет. На вираже был пас под бросок. Еще один бросок. Если будут продолжать так атаковать нижегородцы, то игра вполне как минимум может перейти в овертайм. Наброс. На добивании никого не было. На этой позиции он как раз забросил единственную шайбу в этом матче. Пас на партнера. Еще один бросок Кирпичникова. Стальнов. Падает игрок Челмета без нарушения. Стальнов. Пас на партнера. Чуть-чуть правее, если бы шайба прошла, то было бы очень... Передача очень опасная там была, если бы ее принял 25 номер Челмета, было бы очень опасно. Но игра не остановлена. На пятак можно выходить, и выходит. И очень опасный бросок здесь на пятаке играет. Что придумает теперь игрок Торпеда? Бросок! Гол! И возможность здесь отыграться есть у Шабанова. Шабанов! Гол! 1-1 становится игра. И распорядится шайбой. Будет ли он бросать? Гол! Вот так вот. Снова бросок и снова... Посмотрим, Богдан Даненко, сможет ли он выиграть игру для своей команды? Да! Богдан Даненко! Я думаю, никто сегодня не будет спорить. Становится главным MVP этого матча.